Сегодня в выпуске. Петр Чернышов заработал 2,7 миллиона за два дня на лечение своей жене, больной раком, Анастасии Заворотнюк. Анастасия Заворотнюк третий год борется с раком мозга. Дорогостоящее лечение оплачивает третий муж актрисы Петр Чернышов. Фигурист буквально пропадает на гастролях ради заработков. На днях стало известно, что пятикратный чемпион США получил более 2 миллионов рублей за два дня. Петр Чернышов работает на износ, чтобы вылечить больную раком Анастасию Заворотнюк. Актриса страдает из-за опухоли мозга. Третий муж звезды делает все ради дражайшей супруги. Мужчина хватается за любую возможность, чтобы как можно скорее поставить на ноги любимую супругу. В какой-то момент нужда заставила фигуриста взять кредиты. Петр принимает участие в ледовых проектах Татьяны Навки, являясь ее партнером в шоу. Благодаря зрелищным представлениям он зарабатывает приличные деньги. На днях стало известно, что на гастролях в Дубае гонорар Петра за два дня выступлений составил 2 766 715 рублей. Напомним о болезни Анастасии Заворотнюк, стало известно в августе 2019 года. Семья артистки никак не комментирует состояние родного человека. Позже был обнародован диагноз глиобластома. Это наиболее агрессивная форма опухоли мозга. На сегодняшний момент известно, что Заворотнюк находится в своем загородном доме в Крёкшино. К ней приезжают врачи. Фанаты прекрасной няни смирились с тем, что вряд ли скоро увидят свою любимицу. Борьба с глиобластомой не дает Анастасии сил для публичных появлений. Режиссер Анатолий Демидов рассказывал, что артистка сильно поправилась, скрывает лицо за черными очками, а на голове носит платочек. Также стало известно, что Анастасии Заворотнюк предложили лечение новой разработкой российских ученых, которая помогает вернуть к жизни пациентов в терминальной стадии рака. А что вы думаете сами по этому поводу? Напишите, пожалуйста, свой комментарий под этим видео. Спасибо за просмотр и приятного вам дня!